Уважаемые жители Кашхабльского района, позвольте мне поздравить всех вас с наступающим 2021 годом. Уходящий 2020 год стал очень тяжелым для каждого жителя нашей страны и нашей планеты. Весь мир, все страны поразила неизвестная болезнь под названием коронавирус. Вирус принес во многие семьи боль и страдания. Мы вынуждены были весь уходящий год бороться с этой неизвестной болезнью. И я хотел бы сегодня поблагодарить всех жителей Кашхабльского района за поддержку и понимание. Уважаемые жители Кашхабльского района, мы обязательно победим этот вирус. Хотя этот вирус очень коварен, но он не в состоянии помешать наступлению нового 2021 года. Уважаемые жители Кашхабльского района, поздравляю всех вас с наступающим 2021 годом. Крепкого всем вам здоровья. Пускай в каждом новом году наступающего года каждого из вас сопровождает удача, счастье, благополучие. Всем вам, вашим родным и близким. С наступающим Новым годом!